Сейчас я буду рисовать уточку в лавафан. Для начала мы рисуем уточки. Я ее буду рисовать во весь лист, чтобы она у меня получилась побольше. Вы можете нарисовать ее поменьше, если хотите. Теперь мы нарисуем ручки, ножки. Сейчас мы примерно нарисуем, как она будет идти. Затем мы будем рисовать в одежде. Вот так вот у нас получилось. Теперь рисуем мордочку уточки. Лавафан. Щечки нарисуем с одной стороны и с другой. Затем мы ей рисуем глазки. И с другой стороны. Рисуем клювик. Такая мордочка у нас получилась. Затем рисуем ей кофточку, уже она будет одета, свитер такой. Вот такой он длинный, до сюда будет идти. Здесь мы нарисуем мордочку мишки. Свитер у него будет с мишкой. Красивенький такой. У него есть котики, маски, бровки. Такой мишка получился. Затем здесь такую вязку рисуем. Идет вязаная кофта. И тут тоже продолжается вязка. И снизу у нас такая же идет вязка. И сейчас мы ее будем разукрашивать. Подписываемся. Я обвела цветными карандашами. Теперь буду разукрашивать. Сначала я разукрашу щечки.
мы делаем вот такие вот штуки, как будто, ну, волоски шерсти, чтобы она у нас казалась пушистой, такой мягкой игрушкой. Где маленькие волоски, где побольше. Ну, да, где-то получилось. Теперь рисуем глазки. Теперь рисуем сам бантик.